Слушал вчера Евгения Онегина Пушкина. В этой книге Пушкин говорит, что хотел бы создать что-то, о чем его будут вспоминать потомки. Создать произведение, что-то оставить после себя. То есть у него была потребность самореализации. И, в принципе, он написал. И многие читали, как бы он добился своего. Дальше, следующим заданием в книжке «Типичные ошибки мужчин» было прочесть Лермонтова «Герой нашего времени». Здесь же Печорин, которого от всей рутины всякие слуги избавляли. Он маялся по жизни, не зная, в чем его предназначение. Ему наскучила и любовь, и науки, и все остальное. И он не знал, чем заняться. И в итоге пустился в путешествие, в надежде, что где-нибудь да умрет и побыстрее. В общем, найдет смерть. Что и произошло в его случае по возвращении из-за границы, по дороге он умер. Вот. То есть тоже человек, получается, не знал, чем заняться и маялся. А вот это вот отсутствие стремлений, отсутствие надежды. Оно сейчас у многих людей в России тоже имеется. Когда в советские времена идешь, там было там видео, как в моем селе там построили фабрику сувениров, там из пластмассы делали всякие наклейки, всякую там пенальчики. То завод построили, то там совхоз сделал теплицы, там все что-то строилось, что-то делалось. Сейчас, видим, закрылся такой-то завод. Там местные сети торговые отжимают федеральные сети, демпингуют. И вот один предприниматель спрашивает, кто торговлей занимался овощами, куда идти нашим детям работать. На этих заводах уже есть люди, которые работают. И пока они не состарятся, они вряд ли уйдут оттуда. Где же дети будут работать? Ну, наверное, единственный способ — это создавать новые рабочие места. То есть вот эта вот потребность в самоактуализации, в самореализации, и вот, наверное, нужно развивать в себе самомотивацию, чтобы было желание что-то делать. А вы что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь.